Приехали в лесок первый. Ну, посмотрим, что есть. Не могу сказать, что прям сыро. Ну так, не сыро, не сухо. Средненько. Сейчас поищем. Заходим вглубь. Через просеку идем. А просека такая, что размером с меня трава. Ну, тут уже натоптана народная тропа. Сейчас уже время 10 час. Машин! Я думаю, сейчас мы зайдем в лес, будем. Здрасте. 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 Как у вас грибы? А как у вас грибы? В общем, все в этом стиле. А, от комаров я набрызгалась, потому я иду такая смелая, расстегнутая. Вообще комаров здесь летает уйма. Тьма тьмущая. В сапогах. Ну да, здесь повлажнее. Да, идешь, прям чувствуется. Еще даже роса не впиталась. Все. Пошли. Смотрите, что здесь есть. Да. Ничего нет. На самом деле, да, шампиньон лесной. А вообще ничего нет. Ходим, смотрим. Старые ивишни. Какие-то грибочки мне неизвестные, а белых не попадается. Есть ощущение, что здесь уже прошла волна. Есть? Сейчас под березовик нашел Виталик. Уже ему кобзда нет. Вот маленький, хоть посмотри, какой твердый прям. Ну да, хорошенький. Поздравляю тебя. Ножку вот под березой, как классно. Сейчас проверим. Но у меня все равно есть ощущение, что прошел слой, да? Червивый? Нет. А шляпку разрезать? Чистейший. Ага. Ну-ка и этот тоже. На крышку клади, если хочешь. Тоже. Я его даже не буду резать, Он стопудов хороший. Давай. Тут же Виталик нашел беленький. Такой он уже маленечко подъеденный со всех сторон. Но все равно нашелся, и это хорошо. Значит, по этому лесу пойдем. Вот он. Давайте поищем еще. С этой рядовки твоей. Виталик бьет рекорды. Доставай, Виталь. Я еще ни одного не нашла. Это? Подберезовик. Подберезовичный год, что ли, в этом лесу? Слабенько, да, все равно? Да, конечно. Ну, блин, червивый. Весь. Угу. О, давай. И ничего такое. Ну, да. И гименофор можно снять. Ну, в общем-то, вы видели, что мы нашли. Три подберезовика. Из них червивые они все. Ну, кроме одного маленького. И то ноги пообрезали. И один белый тоже червивый. Ну, едем домой, а что делать? Ничего здесь нет. Ловить нечего. Комары меня только под глаз укусили за щелку, зараза. Хоть я и набрызгалась, все равно жарко, жутко. Парит прям в этой кофте, которая на мне. Она тонкая, но она не дышит. Иду, дышу и я через раз. Все, делать здесь нечего. Пусто, глухо. Ну, в нашем лесу нет ничего. И из Карелии уехали. Там только они начались. И мы адьос мучача сделали. Сюда приехали, здесь тоже нет. Не знаю, осень, наверное, надо ждать. Пишут люди из других регионов, что находят сейчас белые. Ну, в нашем лесу ничего нет, к сожалению, моему. Не знаю, может пойдут, а может еще и опята будут потом осенние. На них только надежда. Хотя это такое дело. В прошлом году я всего лишь один пенек нашла с грибами, с опятами. А все остальное вокруг даже не было. Представляете, просто мне так повезло и все. А до этого год был. Опять было много. Даже сейчас иду. Даже, знаете, никаких вот типа поганочек нет. Понятное дело, что если бы грибы были, хоть что-нибудь бы вылазило. Здесь вообще пусто. Просто пусто. И людей встретили, они тоже говорят, ничего не нашли. Тоже пусто. Говорят, надо ехать в какую-то другую область. Ну так.
все, идем к машине. Уже почти вышли. Идите, покажу, сколько машин. Сейчас выйду. Смотрите, в ту сторону сколько машин. Грибники. И в ту сторону машины стоят. Ну, там дальше плохо видно. У нас здесь такая же машина стоит, как наша. Виталик говорит, какая из них наша? Все приехали в надежде что-нибудь найти. Нет, друзья мои, ничего нету.